приехали в русский магазинчик. Ой, сколько здесь всего. Я в этом магазине конкретном первый раз. Наши сыры, сваля, копченый, колбаска, сал. Солянка консервированная. Ассортимент пельменей очень приличный, большой. Вареники, специи. Честно говоря, не знаю, зачем они. Все специи продаются в обычных магазинах, только называются по-английски. Семечки. Ого, сколько видов семечек. Вы любите семечки? Щелкаете? Увидела сгущенку. Много ее тут всякой, прям очень захотелось. Напитки газированные. Вот что-что, а квас я, наверное, возьму. Очаковский. Рыбка к пиву. Сухарики всевозможные. Консервы. Вафельки. Мармеладки. Сладости немножко. Даже торты Мирель. Печеньки. Очень большой дефицит – это хлеб. Берем бородинский хлебушек. Бруклинский бородинский хлебушек. Молочка. Ну, что-то здесь пока все американское. Кефир. Это в обычном супермаркете продается. Вот айран, да. И сырочки. Вот сырочки-то мы и возьмем. Сейчас решим, какие. Творог. Это вот тоже редкость. Сыры нарезанные. Косичка. Ой, всякие приправки вкусные. Лечо. Кабачковая икра. Тут же кулинария есть. Еще ряды с кулинарией. Вышли. $68, как не бывало. Ну что, мы приехали домой. Приступим к разбору покупок. Начнем с замороженного. Чтобы я могла сразу убрать в холодильник. Морозилку. Это пельмени у нас со свининой. Пельмени свинина-говядина. Вареники с картошкой и грибами. И вареники просто с картошкой. Корейская морковка. Такая упаковка.
полкилограмма. Дальше у нас сок добрый. Кетчуп обычный махеев. Бородинский хлебушек. Бутылка кваса. Империал квас. Банка пива Гиннес. Стаут. Вафли коровка. Сухарики три корочки с зеленью. Сухарики ржаные с ветчиной и сыром. Сухарики кириешки со вкусом салями. И вареная колбаса докторская для оливье. И все. И чек. $68.03. Такой скромный набор.